Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Набережную я вам показала, а теперь хочу поговорить о еде. Почему о еде? Здесь, наверное, как сказать, это элементарная вещь, потому что мы без еды жить абсолютно не можем. Кто-то из нас что ни говорил. Кто-то пишет обжоры, кто-то пишет не обжоры. Но человек так состоялся, что ему нужна еда. И едим мы для того, чтобы жить. Но иногда, может быть, мы и грешим. Мы живем для того, чтобы есть. Но практически в большинстве своем мы не отъедаемся, а просто едим. А название столовой в архиве я называть не буду. Примерно цены, пройдясь по всей набережной, по всем столовым за время, которое мы здесь живем, покушав в них. Я не хочу никого обидеть из поваров. Все готовят прекрасно, и цены примерно везде одинаковые. Называть я не буду ничего. В принципе, это не реклама никакая, а просто расскажу, что именно купила я для себя покушать. Что же я купила? Купила я себе свиную отбивную, тефтелю, салат из свеклы, компотик. Муж взял капустный салат, плов и мясо по-французски, компотик. 3 кусочка хлебушки. Сейчас я все быстренько вам пробежусь и расскажу по ценам. Так, пройдемся по ценам. Отбивная из свинины 170 рублей, тефтель 75 рублей одна штучка, салат из свеклы 60 рублей, компот фруктовый 2 штучки 120 рублей, то есть по 60 рублей. У меня какой-то желтенький, у мужа тоже желтенький, там еще был розовенький. Салат капустный 60 рублей, плов 250 рублей, 250 грамм, то есть 100 грамм 100 рублей. Мясо по-французски 235 рублей, хлеб 15 рублей, 5 рублей один кусочек. Обошлось нам это все, 985 рублей. Извините, если плохо слышно, но играет музыка, и вообще от столовой всегда, вы сами понимаете, такой небольшой шум. По качеству извините. Так, сейчас я перекушу и скажу вам по вкусовым данным, как мне понравилось. Так, девочки, мальчики, что хочу сказать про салатик. Салатик из свеклы забалденный, вкусненький. Дома делаю всегда с майонезом, с чесночком. Здесь без майонеза, без чесночка. Но мне нравится, что хочу сказать. Нравится. И получается, что можно есть и без лишнего жира, без майонеза, да? Да, получается, что да. Насчет тефтельки. Тефтелька очень вкусная, остренькая. Но что хочу сказать, маленько... Я люблю еду прям вот горячую, огненную. Но здесь, конечно, не горячая. Но, что хочу сказать, на столе, посередине столовой стоит микроволновка. И можно в любой момент, если кому-то что-то не нравится, подогреть и сделать достаточно нужную тебе температуру. Отбивная. Отбивная... приличная, вкусная, хорошая. Компотик пока еще не пила. Так, сейчас спрошу у супруга, как все нравится? Плов, говорит, вообще объедение. Ели в другом заведении участников, говорит, хуже. Понравилось лучше даже вот в столовой. Салатик капустный он вообще обожает. Но я тоже вначале хотела капустненький взять, но потом увидела, я говорю, мы будем брать одинаковые. Для разнообразия возьму. Греческий не стала брать. Почему? Потому что огурцы и помидоры я постоянно и так делаю, дома, в номере. Там, если никуда не идем, там быстренько нарежешь помидорчиков, огурчиков с маслечком, с чесночком, с лучком. Очень вкусно. Как всегда, я говорю свое любимое слово «забалденно». Девочки, мальчики, видите, как меня любят? Мне положили мясо по-французски. Ешь мясо по-французски. Здесь грибы, помидор. Но это мы не из того, что я действительно просто хотела отбивную. Но он почему-то считает, что мне голодно. Всегда меня считает голодным. Я говорю, куда мне есть? Он мне говорит, голодно. Какая-то ерунда. Попробую, да, в принципе, интересно, поменялись. Так, хочу сказать. Мы поели. То, что было все вкусно и хорошо, об этом говорят, что наши пустые тарелочки. И мне осталось допить только свой компотик. Так, все вкусненько, хорошо. Цены, говорю вам, примерно по всему побережью одинаковые.
В принципе, мы кушали без гарниров. Что еще могу сказать? Два сырника со сметаной стоят здесь 100 рублей. Творожная запеканка стоит 120 рублей. Так, что еще? Суп где-то в пределах от 120 до 200 рублей, смотря какой. Ну, так примерно цены. Я вам показала, что мы покушали. Все вкусно, очень хорошо. Так, на этом я видео заканчиваю. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. С вами, как всегда, Ольга.